там, так и с детьми. А ты знаешь, пока ты ее боишься, ты слабее ее. Ты это знаешь? Она считает тебя, что она старше тебя. Как думаешь, кто в доме старше? Давай перечислим, кто в доме самый от самого главного к самому младшему. Давай, перечисляй. Кто самый главный в доме? На букву П. Папа. Папа. Следующий. На букву М. Мама. Так, после мамы кто идет? Бабуля. Так, отлично. Дальше. Я. И Даринка. А Данила? Нет, не живет в вашем доме? А Данила тут. И Данил. Данил, ага. Данил, Даринка, ты. А на последнем месте кто должен быть? Кто самый не главный в доме? Кто самый последний должен быть? Дарина. То есть нет. Я самая маленькая. Нет, не ты. Есть еще кто-то, кто должен быть самый. Кто? Кто вот это такой? Самый красивый и маленький. Да. Это Рея. Рея. Рея должна быть на самом последнем месте. Это простая, но очень важная информация, которую нужно донести до детей. Они должны понимать, кто в доме на каком месте. Также это важно понимать и взрослым, потому что сейчас пошла тенденция, когда хозяева уступают свое первенство, свое главенство собаке, и именно она сдает тон в доме, что приводит к плачевным последствиям. Люди выбирают темпераментных собак с ярко выраженными доминирующими чертами, и пожинают горькие последствия. Итак, кто в доме хозяин, это решать тебе. Но если ты хочешь гармоничных отношений, пусть все будут на своих местах.